Генеральный партнер информационного канала «Город» – фабрика индивидуальной мебели «Вирум». Проект компании «Вятка найди». Шикарная мебель любой сложности. Детские, гостиные, спальни. Фабрика индивидуальной мебели «Вирум». Проект компании «Вятка найди». Лепсе 12. Налетались. Авиакомпания «Победа» останавливает полеты в Киров. Об этом пишут федеральные СМИ со ссылкой на источник в компании. Правда, без упоминания имен и должностей. Также инкогнито. Сегодня ситуацию нам комментируют эксперты различных уровней и из различных организаций. В «Победилово» так и вовсе от официальных встреч с журналистами отказываются. Это и неудивительно, ведь официальной причиной отказа от рейсов в Киров федеральные СМИ называют дословно непрофессиональное поведение руководства аэропорта Кирова и завышение цен. Ольга Шмырина с подробностями. Я вот сегодня ночью вернулся, полный самолет опять прилетел из Москвы, а это почти 190 кресел. Это министр транспорта Кировской области делится опытом доступных перелетов и параллельно агитирует кировчан пересесть на самолеты. Добираться поездом сегодня, к примеру, до Москвы, Екатеринбурга или Сочи из Кирова не только долго, но и дорого. На графике сравнение минимальных цен в плацкарте и в салоне Боинга лоукостера «Победа». Приход компании в Киров летом 2015-го стал, пожалуй, стартом развития местного авиасообщения. На фоне закрывающихся аэропортов России Победилово в 2015-м перевез 125 тысяч человек. Это плюс 68% к уровню 2014 года и звание самый динамично развивающийся аэропорт страны. Но все это, кажется, вот-вот рухнет. За 999 рублей улететь в Кёльн или в Баварию сайт авиакомпании «Победа» пестрит заманчивыми предложениями. Однако лишь стоит зайти на поиск авиабилетов из Кирова, как тут же начинаются проблемы. Ведь если на февраль или хотя бы на март билеты в Москву за 2000 рублей еще есть, то на 1 апреля в строке билетов значится сухое «нет мест». Столичные СМИ заявляют, «Победа» уйдет из Кирова уже в марте. Причина якобы непрофессионализм кировской стороны. Июнь 2015-го первый рейс из Сочи в Киров стал для принимающей стороны настоящей победой. Оттого и прием на высшем уровне. Сперва для мягкой посадки полосу пролили водой, после уже сам борт обмыли из пожарных гидрантов. Во сколько обошелся такой перформанс, инкогнито рассказал представитель другого перевозчика. Пока пассажиры на борту радостно аплодируют экипажу, авиаперевозчик уже отчисляет аэропорту деньги. За посадку, стоянку, автобус, подданный прямо к самолету, и даже за встречу пассажиров. Так стоимость содержания одного небольшого самолета, к примеру, на 50 мест, доходит до 40 тысяч рублей. Вместимость победовских «Боингов», к слову, раза в три больше. Но кто из пассажиров будет вдаваться в эту кулуарную арифметику, если из Сочи до Кирова можно долететь всего за 2 часа и всего за 500 рублей. Мы за 500 рублей прилетели. 500 рублей билет из Сочи сюда на одного человека. Электронные билеты взяли, докупили. Я первый раз летаю, но мне понравилось. Чтобы доступные полеты были выгодными для перевозчика, на обслуживание самолетов в аэропорту должна быть немалая скидка. И у «Победы», к слову, она до последних дней была. Говорят, опять же, инкогнито представители других авиакомпаний. Чуть не 90%. Опять сложный год наступил, сложнее, чем предыдущие годы. Но, видимо, это уже у нас такая национальная традиция, только в сложных условиях выживать. В этом, уверены кировские эксперты, и лежит главная причина отказа «Победы» от Кирова. В «Победилово» поставили цель к концу 2016-го выйти на самоокупаемость. Теперь надо искать пути заработка, и если не полностью убирать, то уж точно сокращать скидки на то же обслуживание самолетов той же «Победы». Выйдем на уровень безубыточности, и аэропорт станет нормально действующим современным бизнесом уже. В чем все же причина громких заголовков об уходе «Победы»? Спекуляция перевозчика в надежде сохранить скидки на обслуживание самолетов или действительно некомпетентность сотрудников кировского «Победилова»? Последние от комментариев вновь отказались, но вариант со спекуляцией не исключили. Мол, «Победа» по разным причинам уже уходила, к примеру, из Архангельска и Челябинска. Отказались комментировать ситуацию и в «Победе». Из официального лишь твит Романа Береснева. Все будет ясно до конца недели. Сегодня по этому вопросу совещание у Никиты Юрьевича.
Вопрос, что станет с союзом Киров-Победа, сегодня задали губернатору области. Он, впрочем, своего комментария не оставил, но случайность или нет, поделился в Твиттере фотографией. Из Москвы в Киров глава области летел уже другой авиакомпанией. Ольга Шмырина, Максим Скачилов, информационный канал «Город».